Эти фотографии были сделаны в начале дня 20 мая. Видно, что ручей к красно-кровавой линии идет через зеленые лесопосадки. На сообщение в социальных сетях отреагировала Минприроды. Рязанской межрайонной природоохранной прокуратурой совместно со специалистами Министерства природопользования Рязанской области произведен осмотр участка местности акватории ручья Быстрец в районе улицы Верхняя города Рязани, в ходе которого зафиксированы признаки загрязнения данного участка местности, водоема. Природоохранной прокуратуры с привлечением специалистов контролирующих органов будет организована соответствующая проверка, по результатам которой будет решен вопрос о принятии мер реагирования. Впереди взятие проб, чтобы установить причину загрязнения. Напомним, в прошлом году ручей Быстрец тоже был в центре скандала. Тогда, кстати, тоже в середине мая в ручей попали сточные воды, сообщали очевидцы. Цвет воды изменился на белый. Тогда специалисты также взяли пробы воды для анализа.